С 28 февраля по 1 марта в Чебоксарах пройдет чемпионат России по самбо. К соревнованиям готовились не только спортсмены, но и город. О событии оповещают 10 рекламных щитов, 50 пилонов на остановках. Мои коллеги вышли на чебоксарские улицы, чтобы выяснить, знают ли жители столицы о предстоящем чемпионате. Честно, нет. Почему? Работаю допоздна, не успеваю. В Чувашии именно? Вот что-то нет. Я слышала, когда шла на тренировку, что там две девушки болтали про самбо. А я видал. Слышали, да, об этом? Там плакат висит. У моей мамы как раз билеты есть, я, скорее всего, собираюсь ходить. Напомню, чемпионат России по самбо стартует в Чебоксарах 28 февраля в Ледовом дворце Чебоксары-Арена. Начало соревнований в 10 часов утра.